во вторник пойдем сюда. Что здесь надо? Здесь, думаю, доброго ничего не скажу. Тех врачей, так вот он, говорит, и отправил там терапевт. Время не доснял, насколько. А часы не видно. Вот так вот видно. В армии, наверное, побежал на меня. Я что, позвонил, она уже подсела. Это что, крутит? Ночью позвонил, она уже подсела. 45-20, она на 20 копеек дороже, чем далее. Сауна. Обычно через Крутинку ездит почему-то к нам. Чтобы назад не возвращаться. Или чтобы нам что-то не завозить. Все, Крутинка закончил. Я тогда через Называевск, куда ездил до сих пор. Я всю дорогу пробил. Вон, десантный флаганчик, ГМД. Вон, ГМД сплю. Кого? Машину? Ага. Украли? Броневик. С резервации его сняли, и когда он умер. На Украину воевал. Это куда-нибудь так везде идет. Открасить под нами еще. И воевать, и тратить. Да, ну, не видно, просто я... Оно тоже небольшое зимнее. Сейчас сколько там 5 дней ехали. Я что-то траванулся чем-то, вообще 3 дня.
лестница такая. Середина, вот парнишка-то со мной ездил, который туда-обратно. Проводиться к ним подходит, что, говорит, можете его высадить на скорую. Я, говорит, сейчас вас высажу, говорит, отсюда. Кто, говорит, зайдет на купе, говорит. Вот, говорит, потом камера. Да, он там, с правой стороны, падает. Да, вот. Thank you.
назад поедем, чтобы не спрашивала, где поворачивать. Тут пока еще никуда не поворачивали.
Челябинск. Челябинск нам точно не надо. Ну, а до этого был, да, стоял. Нет, направо. Сейчас. Точно направо. А то в Челябинске я не буду. Фотографируй.
окраинами, окраинами. В общем, приехали. Ой. Курган Юргамыш. Мышь. Название-то Юргамыш.